ушел на выравнивать. А сегодня Арцес Эпикризмазер. Инчи вам дуцун летел. Это когда вы вчера делали уже? Нет, это было тогда. Это ее эпикриз была болезнь, а сейчас нету этого. Ну у вас все уже хорошо. А, это свидетельство, что вот было, это исчезло. Что вчера было, это все ушло, что ли? А, вот, смотрите. Сейчас боль. А, сейчас там боль, да? Да. Отец Бог, я благодарю тебя, Творец неба и земли, за то, что исцеляет прямо сейчас во имя Иисуса Христа, боль полностью уходит. Нога полностью выздоравливает прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Все шишки, камни рассасываются сейчас во имя Иисуса Христа. Боль полностью уходит. Нога будет исцелена моментально. Во имя Иисуса Христа все кости встают на место. Сейчас сухожилия, кости в ране встают на место. Сейчас во имя Иисуса Христа. Сделайте ногой, проверьте. Это касса, или это мономор? Чуть-чуть, но легче стало, правда? Да, но еще немножко стало. Спасибо, Отец, спасибо, Иисус, за то, что исцеляешь во имя Иисуса Христа прямо сейчас, до конца, боль уходит. Сустав выравнивается, фантомная боль уходит. Во имя Иисуса Христа, дух ложной боли, вон! Спасибо, Иисус, спасибо, Дух Святой, спасибо. Спасибо. Не убегай мне. Во имя Иисуса Христа. Я шучу. Что там меня поело, да? А ну проверьте, ну. Чуть-чуть болит? Еще давай болит? Да, вот тут. Отец Бог, я благодарю тебя. Что это непослушная нога? А ну быстро исцели! Быстро исцели! Быстро исцели! Кто-то ощущает сейчас теплоту? Слава Богу! То не кислоту. Это Божья кислота. Хорошо, еще раз проверьте себя. А? Уходит боль? Хорошо, мы еще будем собрание. Вы еще надо придете уже свидетельствовать будете, что вы. Все, вы все здоровы. А? 11. Нас помечу. Сейчас пастор объявит. Мичаева и Куса или Рикуна. Хорошо. Народ Божий. Как бы наше собрание подходит к завершению. И знаете, я вам хочу несколько слов сказать. Мы, смотрите. Библия говорит, что мы посланники. Посланники неба. Вот такие, знаете, парашютисты спустили. Для чего? Для того, чтобы совершить Царствие Божие здесь на земле. Дух Святой дал нам все способности. Он нарядил нас, смотрите, нарядил нас силой, возможностями, всеми, абсолютно. Для чего? Чтобы мы произвели инвестирование. Инвестирование. Мы инвестируем в кого? В себя, в свои действия, в свое сердце, в свое послушание. Все для чего? Для того, чтобы Царствие Божие утвердилось. Мы инвестируем в финансы. Знаете, очень много людей говорит о приношениях, о пожертвованиях, о жертвах даже называют. Знаете, Библия говорит, что жертва на самом деле одна. Тогда остальное что? Но никто не говорил, что приношения отменяют. Или там вообще как бы, это нужно или не нужно. Но есть слово инвестировать. Мы, конечно, его в Библии не найдем. Но Библия говорит, что мы, Бог говорит, что жертва, угодная Богу, это дух сокрушенное сердце.
И он говорит, принесите себя, себя полностью, в жертву угодную, благоугодную, для делов, на дело служения. Понимаете? И когда-то я вот, ну, как бы молился, рассуждал, и Дух Святой мне говорит, почему ты говоришь о десятинах внутри себя? Сколько дать мне, сколько то, сколько отделить? Отдай себя целиком, инвестируй. Я даю тебе выбор. Ты сам выбираешь, сколько инвестировать, сколько инвестировать твое время, сколько инвестировать финансов. Ты сам выбираешь. Но знай, что любая инвестиция, которую ты приводишь в Царствие Божие, она, ну как вам сказать, она просто разгонит этот поезд. Еще больше дальше длиннее. И поскольку мы в этом поезде, тот, знаете, как вот паровоз раньше, дрова подкидывает, и паровоз быстрее. Чем больше дров, угля, тем больше, чем быстрее будет ехать. Так вот мы в этом поезде. Мы в этом поезде. И мы инвестируем сейчас в себя. В Царство Божие, которое мы проводим, мы инвестируем в самих себя. В наш род, в наше движение, в наше развитие, в том, чтобы город услышал. Аминь. Поэтому я, знаете, я, ну как бы, может быть, некрасиво там говорю, там, знаете, не душераздирающе, и все вы плакать начинаете и нести финансы. Нет. Но я хочу, чтобы вы просто поразмыслили и включили, знаете, как вот жилку инвестора, воина Божьего, Царства Божьего. Мы говорим, мы все хотим исцелять. Аминь. Аминь. Мы хотим оказывать влияние. Но я вам честно скажу, что полнота Бога, когда мы всего положим тебя, когда мы всего отдадим вас. И я вас уверяю, что когда наше настроение в это помощь будет так целиком, мы увидим результат. И в наших жизнях, и в жизнях церкви, и в жизнях города. Аминь. Поэтому я предлагаю сейчас просто инвестируйте. Я не знаю, сейчас там как-то вот ведерко, ну не знаю. Носят. Просто инвестируйте так, как сердце ваше говорит. Аминь. А, где это? Емкость. Или как? Кто вот тут? А? Это работает. А, ведра? А, я понял, у вас ведра не носят. Я извиняюсь, я просто, ну, не видел. У нас по-другому. Вот там есть ведра где-то там стоят. Да. Мы не ходим. Мы не собираем, да. Инвестируйте. То, как лучше на сердце. Но я вас уверяю, что ваше инвестирование, оно принесет огромный результат в вашей жизни. Я это видел в твоей жизни. Поэтому, ну, пожалуйста.